сельский рыбак. Ты до встречи с Христом веру в Бога и страх хранил в сердце своем. Ежедневным трудом хлеб в поту добывал, но оставил свой дом, голос Божий позвал. Был из знатной семьи, образованный Саул, скольких пролил крови, христиан всюду гнал. Но настала пора, избран Богом он был, просветилась душа, он Христу послужил. Петр и Павел, два столпа веры, разные оба пришли ко Христу. Силой духовной, данной сверх меры, многих людей привели ко Христу. Дал Господь имена, Петр камень, скала, Савла Павлом назвал, чтоб себя он смирял. Исповедал Христа первым Петр на земле, сыном Бога Отца, воплощенным в Христе. И на камени том стоит церковь Христа, это жертва, любовь нам на все времена. Твердость веры Петра, Павла разум Христов, Царство Божье врата открывают всем вновь. Петр и Павел, два столпа веры, разные оба пришли ко Христу. Силой духовной, данной сверх меры, многих людей привели ко Христу. О прощении грехов Павел Бога молил, где лилась его кровь, там источник забил. До конца своих дней Петр плакал, когда на исходе ночей слышал крик петуха. Получили венцы, один меч, другой крест, и на небо взошли, чтоб сиять нам с небес. Каждый храм свой души, где живет Дух Святой, ты наполнить спеши этой вечной водой. Ты наполнить спеши этой вечной водой. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Лилия Евсеева. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем тему нашу, тему любви. Вот, конечно, можно говорить очень много и бесконечно об этом. Но лучше делать, чем говорить, да? Я как раз и хотел поговорить о делании в этот раз. Вот о нашем музыкальном делании. Нужно ли оно вообще? Как оно воспринимается? Труд это или не труд? Что это? Вот как вы сами воспринимаете? Вера без дел мертва, да? Вот да. Мы это понимаем. Вот песня прозвучала сейчас «Петр и Павел». Это вообще на данный момент одна из самая последняя песня, которую я написала. Угу. То есть она вообще свежая, такая, что вот еще... Угу. Вот,
совсем недавно написана, и захотелось именно исполнить эту песню. Почему? Потому как вот тема апостольского служения, тема служения людям, миссионерского служения, да, когда ты, я знаю это о себе, и вы тоже жертвуете неким покоем, мы выезжаем из квартир, покидаем свои дома, уютные там диваны, где хорошо, комфортно, да, и вот, допустим, едем. Последний тур у меня был 53 дня. Вот не так давно он закончился. Выехала я и полетела сначала на Дальний Восток, потом был Белгород, Белгородская епархия, там фестиваль был, потом Мордовскую епархию посетила и закончила все концертами на Дону для казаков. То есть вот такой был серьезный тур. И, конечно, для меня эта тема в первую очередь такого тоже апостольского служения. И пример апостольского служения – это апостолы, которые первыми последовали за Христом. Очень хочу порадоваться, что премьера песни «Петр и Павел» была в Биробиджане, в еврейской общине. Фред такая есть там община. И представляете, я только написала эту песню, и для меня это было счастье исполнить эту песню о двух великих евреях перед еврейской общиной, которые первыми приняли Христа и пошли за ним. Апостол Петр и Павел. Они принесли себя в жертву. Ведь это тоже проявление любви. Любовь всегда жертва. Они пожертвовали собой. Если Павел, мы знаем, он не был связан узами брака, семьи, то у Петра была семья, была теща, жена была, которая вот по многим источникам последовала, между прочим, за ним. Вот. И, конечно, вот это вот служение, когда ты ставишь себя, отдаешь тот дар, который тебе Господь дал, на нести Слово Божье, а его же можно нести проповедями, да, и слово, пропущенное через музыку, имеет еще гораздо большую силу. Может быть, кто-то из людей не захочет прослушивать, вот живи так, вот так, да, даже просто слова. А услышав песню, может быть, что-то повернется в человеке, что и происходит, собственно, у вас тоже наверняка таких свидетельств много. Я вот о своем свидетельстве хочу только вот подсказать сильном, которое я испытала. Тоже это еврейская автономная область, и такой город у них есть, Амурзет. Амурзет, знаете, как переводится? Амурское земельное еврейское товарищество. Я не могла сначала долго запомнить название, как-то у меня такое интересное получилось, показалось. И вот был концерт в Амурзете, и там батюшка так смог организовать народ, что даже баннеры, это село такое небольшое, и сделали такие баннеры, большие баннеры. Вот все равно уезжаем, и вдруг баннер такой, Лилия Евсеева, там концерт тогда-то, вход свободный. И был просто аншлаг, полный аншлаг. И в конце концерта подошла женщина... Полный Амурзет. Да, полный Амурзет пришел на концерт. И пришла женщина, которая после концерта подошла ко мне, сняла с себя платок, повязала, значит, вот мне на шею и сказала, это китайский шелк, чистый шелк, вот носите, будет тепло. И потом, спустя два дня, а в эту ночь, когда мы ехали обратно в Биробиджан, у нас это была ночь, это просто что-то было. Мы пробили три колеса. Три. То есть за одну поездку три колеса, мы стояли минус 20, там уже волки бегали рядом. И никого нигде нет. И вот что получилось, что батюшка позвонил через два дня, сказал, вы помните вот эту женщину, которая подходила к вам и надела платок? Говорю, да, батюшка. Говорит, вы не представляете, говорит, какие были испытания, вот, в том числе с ее стороны. Вот она против храма была, чтобы открывался храм, говорит, и ну, много чего вот против. И вдруг она два дня после концерта говорит, покрестите меня. Она батюшке позвонила, попросила, чтобы он ее покрестил. Это не моя заслуга, это говорит о том, как вот наше слово, да, через музыку, через песню, через вот эти вот проповеди, а между песнями вы тоже что-то же говорите. Вот как это действует? Вот, пожалуйста. Ну, вот. Давайте вот еще одну песню споем и продолжим. Еще одну песню. Вы знаете, почему-то очень хочется исполнить песню, поскольку часто бываю в поездках, ощущаю, вот, взываю и ощущаю эту помощь ангела-хранителя, да, который наш небесный друг, который дается нам Богом при крещении. Вот кто не крещен, задумайтесь. Вот. И песня так и называется «Под покровом крыл твоих». Под покровом
покровом крыл твоих ты направь мой к небу путь. День промчался и затих, только мне все не уснуть. Я беседую с тобой, я молитву возношу. Ангел мой, хранитель мой, не оставь меня, прошу. Я беседую с тобой, я молитву возношу. Ангел мой, хранитель мой, не оставь меня, прошу. Скорбь сковала душу мне, ранил сердце мое грех. Но взываю я к тебе и смотрю с надеждой вверх. Я беседую с тобой, я молитву возношу. Ангел мой, хранитель мой, ты услышь меня, прошу. Я беседую с тобой, я молитву возношу. Ангел мой, хранитель мой, ты услышь меня, прошу. Светом истины святой озаряй меня всегда, и познает мир покой, но прощенная душа. Я беседую с тобой, я молитву возношу. Ангел мой, хранитель мой, обо мне молись, прошу. Я беседую с тобой, я молитву возношу. Ангел мой, хранитель мой, обо мне молись, прошу. Ангел мой, хранитель мой, ты услышь меня, прошу. Спасибо, Господи. Продолжим наш разговор. Вот. Ну, разговор такой, в общем-то, и мне... Я об этом думаю постоянно. И я всегда сомневаюсь, вообще нужно ли мне выходить куда-то, о чем-то говорить. Имею ли я какое-то внутреннее право. У меня все время такая вот какая-то тень за мной следует, такое небольшое сомнение. А вот недавно я наоборот, может быть, даже впервые такое испытал. Я был на зонах строгого режима в Мурманске по благословению владыки в Арсенофе и владыки Мурманского Симонова. Вот такие воспоминания у меня потрясающие, и я сам был потрясен. Вот мы выступили на зонах строгого режима, особенно вот 17-й, там, ИК-17, когда мы туда вошли, нас там ждали, глаза людей там были знакомые, которые, ну, мы их только вот видели так, может, на фотографиях, а тут вживую. Как мы там обнялись. Потом был концерт. Я на концерте видел, как это действует. Как действует слово, как действует музыка. И я чувствовал, что... Значит, нет, сначала мы послужили службу, литургия. Я исповедовал около 50 заключенных. Вот. И когда они исповедовались, я тоже был потрясен их исповедями. Думаю, Господи, да у нас бы на храме так исповедовались люди. Они исповедовались, как дети. Вот. Они сокрушались в своих грехах. Все, Господи. Вот. И потом был концерт. И в этом концерте вот как раз я смотрел, как люди размораживаются. Как бы. Угу, понимаете, они были какие-то такие все напряженные. И вот к концу концерта они уже растаяли. И когда закончился концерт, они все бросились к сцене. И мы чуть ли не обнимались там с ними. И они рассказывали каждый про свою жизнь. И каждому хотелось какое-то слово сказать. И вот и такое... помолиться просят о близких часто. И молиться, очень. Да. И... Угу. Можно ли переписываться? А можно ли к вам после того, как я вернусь, к вам вот на храм зайти? Вот, может, вы как-то... первую помощь окажете там или что-то еще. Ну, мне тоже хочется немножко, раз уж коснулись этой темы, сказать о таком служении в тюрьмах. Я бываю часто в колониях, выступаю постоянно.
приезжая к ним. И то, что вот вы сказали, что чуть ли не кинулись, вот приедете второй раз, точно бросятся на шею и будут обнимать. Это я по себе знаю. Угу. Когда ты особенно идешь уже второй раз в то место, где ты был, в колонию, да, то встречают уже по-другому. И вы знаете, такие слова такие теплые, но которые дают силы идти дальше. Например, там песня называется «Такая-то, молись, сестричка, обо мне». «Сестры, молитесь обо мне грешно, я всегда прошу молитвенной помощи». И вдруг они говорят: «Так мы же о вас молимся!» Представляете, и из места заключения возносятся Богу молитвы обо мне грешной. Mm-hmm. Ну, это же, что может быть сильнее? Или вот, допустим, женские колонии, очень тяжело в женских колониях бывать. Да. Мне, женщине, тяжело видеть женщин, да. И вот в Евасе, там две колонии, которые я снова посетила, в январе была у них, и вот была недавно. И вот женщина ко мне подходит и говорит, руку жмет, а на глазах слезы после концерта. «Как вовремя вы приехали! Как вовремя! Вы даже не представляете, как вовремя!» Угу. А что за этим стоит? Я же не знаю, да. Но она знает, да, но это был вопль души. Как? Угу. Для нее это просто было каким-то спасением, то, угу. что вот она услышала эти песни и вот какие-то вот, и слова. Я тоже почувствовал, что Господь через меня действует. Конечно, я да. даже сам я говорю, а сам слушаю себя, говорю, что я говорю, и удивляюсь. Да. Какие-то примеры, какие-то слова теплые из меня. Меня идут, а я сам как будто к этому не причастен, понимаете? Совершенно верно. И это очень хорошо чувствует. Вот так на одной из он мне заключенный сказал, когда я смотрела молитвенную комнату, мне показывали, в некоторых колониях же есть храмы, да. а в некоторых до сих пор храмов нет. И слава Богу, если есть молитвенная комната, бывает да. и с этим трудно. Ой, это ужасно. Да, это ужасно. И вот один заключенный тогда и сказал то, что вы сейчас сказали. Вот пример, глядя на меня, он показал мою сторону рукой, вот пример, как Господь действует, Господь Бог действует через человека. То есть он это увидел, он это понял. И, конечно, это тут заслуги никакой лично нет. Именно в этот момент Господь действует, да, и каждый раз молишься, просишь, Господи, вложи в уста, что сказать, что я должна да, донести. Да. Но очень еще самые такие впечатления были, и все-таки там все равно пробивается любовь, это детская колония. Я была впервые в подростковой колонии, где очень тяжелые преступления, где дети сидят за убийство своих родителей, причем в таких жестоких формах, с расчленениями, и так далее, что вот это маленькое сердце, да, оно кажется уже как будто камень, и вот как вот его растопить? И то, что я побывала в этой колонии, вот Биробиджане, это здорово, я так рада, что я туда поехала. Вы знаете, я так надеюсь, нам не дано знать, как наше слово отзовется, но я очень надеюсь, что и ваши вот поездки в такие места, и мои, что они все-таки дадут возможность не окаменеть душе, а вот как-то... Вот я понял, что это надо ездить, надо выезжать, надо вот Святейший Патриарх говорит, что священник, вот, ну, вообще мы должны уже благовествовать, идти, слово нести, не чтобы к нам приходили, а мы должны идти навстречу. Конечно. Вот я тоже вот, вчера приехал из Риги, вот где у меня был концерт, и тоже благословение Владыки, в Арсенофе по приглашению там вот общественности православной, местной. И это было какое-то откровение просто. Есть люди, которым это нужно, и которым не ходил как воздух. А они там, ну, они, для них же родина здесь, понимаете? Конечно. И на зоне тоже же, ну, такая вот колючая проволока разделяет, угу. Или какая-то граница. Вот. А душой-то они все здесь, и когда это все... ну, об этом говоришь, об этом. Ну, вот мы начинаем объединяться. Вот мир без границ появляется. Конечно. Для них вообще это глоток, вот это русское слово, которое звучит, да. песня русская через слово, да? И это очень сильно. Я была сама вот два раза в Риге, и как там ждут? Таких встреч просто ждут. Наши православные братья и сестры, они же, ну, нужно туда ехать, нельзя их оставлять. Так что будем ездить, если нас да. будут благословлять. Дай Бог. Вот, я с удовольствием. Ну и здесь, в Петербурге, еще непаханное поле тоже. Ну, хотя да. здесь хорошие священники, уровень хороший, культура. Все, но все-таки вот я сейчас в Осиновой Роще служу настоятелем. Вижу, что приходят и люди, которые даже уже крещенные, но настолько непросвещенные. Я приглашаю, у меня сейчас приходят вечера,
такие встречи творческие. Вот вас тоже я приглашаю на улице Александра Матросова, 20. Угу. Там кафе «Пастораль». И каждый четверг у меня там творческие встречи православные. Собираются православные люди, неформальные установки, и творческие люди, и фильмы там показываем. И, ну, в общем, разные жанры. Дай тоже. Бог вам сил большой, да. Как вас хватает. Да, это, понимаете, вот как рыба в воде, вот как получается. Здесь не нужно напряжение. Здесь сам, когда Господь ведет, какое напряжение? Только следи, чтобы куда-то ни влево, ни вправо. Не возгордиться, да? Конечно. Вот, что я собой. Такой, да, вот. Что я так могу. Да, я могу. Нет, если я могу, все кончается сразу. Без меня ни часа же не можете творить. Да. В этом я думаю, вы тоже это всегда чувствуете. А вот мне тоже интересно, а почему вы вот выбираете такие далекие уголки? Вот. Ну, что вас туда влечет именно? Ну, вы знаете, в первую очередь, то, что зовут... Это так здорово. 3 года подряд вот уже Дальний Восток. Ноябрь месяц, самый такой тяжелый. Куда у нас. Лететь, наверное, не... Ну да, только от Москвы 8.5 часов до Владивостока. А вот на Камчатку еще дальше. Вы еще Мордовию, да? Мордовию. Этот год вообще был такой вот удивительный. Было очень много поездок. Это и Мордовия, и Камчатка, и Пасха в Ташкенте, чего стоило Узбекистан, представляете, по приглашению митрополита Викентия. И стоят наши храмы, и слава Богу, ну, в общем-то, мусульманская же земля, да? Но никто никого не притесняет. Мусульмане сами у себя молятся, наши православные храмах. И вот неделю всю звонят колокола, всю неделю звонят целый день. И в общем-то, к этому относятся более-менее спокойно. В Арканде, да, удалось мне побывать. И вообще впервые тогда выступила просто в храме. Я так боялась, что это невозможно, мне казалось, и страшно было. Но там все это объясняется, Владыка благословил, и батюшки все. Там за пределами храма ничего нельзя. А в самом храме, это ему, там и воскресная школа, а за счет того, что помещение там только вот храм, и нет никаких там каких-то подсобных помещений, еще чего-то, и там вот благословили, и был вот, концерт даже там. Значит, это необходимо... И ждут, и... Ждут, конечно, и в глубинках, и в нашей центральной России, и Рязанская область, и Вологодская, какая она духовная, какая там... Как люди, они сохраняют все время это, вот этим мы и сильны, что душа русского человека всегда стремится к этой святости. Сейчас есть в этом потребность, да? Ну, сейчас вообще, по-моему, большая потребность в этом. Все дальше, чем дальше, тем больше. Чем мир становится более жестким, более таким материализованным, именно вот, где возносится все поклонение золотому тельцу, русская душа, это, наверное, пожалуй, одна из единственных вот, мест, Россия, да, которая встает противовес вот всему миру, как вот я ощущаю это, встает противовес весь всему миру, и люди ищут не материальные блага, а ищут все равно духовные ценности и пытаются это сохранить. Понимаете? Это же здорово. Пришло время следующей песни. Она у нас будет завершающая. К сожалению. Я надеюсь, это у нас не последняя передача. Будет еще встреча. Дай Бог, так что, да, новые впечатления будут выливаться в песни. С Рождеством вас, Христовым. Вас тоже. Да, и творческих успехов. Все, Господи. Как раз вот песня, все про это, про любовь. Светлый миг любви. Я жить не научилась для себя, душа моя любовь всю отдавала. Я боль других взамен брала, любя, и каждый раз от боли умирала. Но воскресая и рождаясь вновь, я снова к людям шла дарить любовь. Предательство и ложь душе простил, чтоб светлый миг любви мир озарил. За каждый час, за прожитый свой день,
где жадно так душа творца искала. Я научилась видеть свет сквозь тень, хоть тень не раз мне свет тот закрывала. Так воскресая и рождаясь вновь, я снова к людям шла дарить любовь. Предательство и ложь душе простил, чтоб светлый миг любви мир озарил. Уже немало пройдено дорог, и вышла я на узкий путь спасения. Однажды, верю, встретит меня Бог, откроет мне Он тайну воскресения. Чтоб, воскресая и рождаясь вновь, я вечности могла вместить любовь. Земные беды навсегда забыв, последний миг любовью всех простил. Земные беды навсегда забыв, в последний миг с любовью всех простил. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С вами были священник Анатолий Першин, автор и ведущий, и наши гости Лилия Евсеева. Храни вас Бог. Спасибо, Господи.